26 января на площадке завода имени Гаджиева состоялось совещание по вопросам прогресса территории, опережающего социально-экономического развития Каспийск. Встреча проходила под руководством министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанова. А также в обсуждении приняли участие представители Минпромторга, Минстрой Республики Дагестан, администрации города Каспийска и агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. На повестке дня был поднят вопрос о принятии необходимых мер достижения установленных показателей эффективности по соглашению с Минэкономразвития России. Первый заместитель главы города Каспийска Даниил Капиев в своем докладе рассказал о проводимой администрацией моногорода работе по привлечению новых резидентов. Также участники заседания обсудили вопросы, связанные с решением инфраструктурных проблем и загрузки имеющихся мощностей. В завершении совещания Гаджи Султанов озвучил ряд поручений и рекомендаций касательно дальнейших действий. В особенности подчеркнул необходимость выработки конкретной стратегии развития провинциальной зоны. Асият Умалатова, Сиражудин Магомедов, новости телеканала «Среда».